Всем привет, добрый вечер. С вами Лилия Донскова. И сейчас много вопросов возникает. Как же смотреть прямые эфиры? Как их находить, если не успел на прямой эфир? На самом деле все очень просто. Вот смотрите, вы заходите на аккаунт человека, который проводил прямой эфир. То есть да, даже если прошло много часов, прямой эфир хранится 24 часа. Вы смотрите на аватарку и видите, вот она введена красным. Нажимаете просто на аватарку. Так, а чуть ниже Парахова, если... Прямой эфир ниже. То есть история есть, есть прямые эфиры. Вот сегодня у меня было два прямых эфира. Так, всем привет, привет. И наверху вы видите стрелочка. Вот, я переключила. Сейчас я удержу. То есть я переключаю стрелочкой и смотрю или первый прямой эфир утренний, или вечерний, тот, который нужен. Ребят, смотрите, если вы запутались, то будьте просто повнимательнее, смотрите на кнопочки, они подсказывают, что делать. Давайте еще раз я вам покажу. Привет-привет. То есть вот стрелочка назад, это прямой эфир, здесь внизу история. Так, а чуть ниже? Нажимая на них, мы можем переключать. Видите, да? То есть здесь переключалки работают совершенно нормально. Так, а чуть ниже пара. Следующий. Прямой эфир и так далее. Так, я их сейчас уберу, чтобы они нам не мешали. Я надеюсь, что вам сейчас стало понятно, как это сделать. Но что важно? Вам самое главное – это найти человека, у которого был прямой эфир, по его логину. Оставьте его, этого человека, в друзьях у себя. И вы будете всегда получать еще заранее оповещение, что начался прямой эфир. То есть, если вы в Инстаграме, то вы увидите это сообщение. Спасибо за внимание. Уверена, что теперь вы легко справитесь и найдете, где находятся прямые эфиры, сторисы. А скоро сами научитесь их совершенно спокойно проводить. До встречи в следующих видео. Пока-пока.